Эх, друзья, утро недоброе сегодня у меня. Эксперимент мой не удастся. Прихожу в 6 часов. Ну вот сейчас пришел я сюда перепелятом. А у меня здесь жара 36 градусов. И как результат вот такой произошел. Тяжелый случай. Погибли перепела техасцы. Даже один петушок царско-сельский. Перепела погибли, которые были вот здесь. В верхней клетке здесь самая жара. Вот. Петушки, ну, только что отошли, все встали. Сейчас здесь проветривал. И мои малыши из 12-граммовых яиц, которые вот в этом брудере жили, они тоже погибли. Вот они. Вот, а что было? Я вчера, когда здесь работал, включал вентилятор, чтобы он вращался постоянно. То есть здесь можно режим выбирать. Включаем. Он включен, постоянно работает. Или можно переводить в режим таймера. Два раза нажимаем. Вернее, три раза нажимаем. Вот. А я вчера два раза нажал, и он просто выключился. И когда я сюда пришел, вот такая жара. Вот. Сейчас он включен. Раз, два, он выключился. А третьим нажатием должен запускаться. Будет потом по таймеру. Ну вот, я не дожал одного раза, и он не включался. И всю ночь здесь была жара. Кто внизу находился, ну вот эти малыши. Это я сейчас вот здесь проветривал, им стало прохладненько. Ну вот. Эти малыши внизу тут выжили, а которые наверху были, ну, практически все они погибли. Вот 37 штук я достал. Посмотрю. Ну что, придется мне опять яйцо закладывать перепелиное. Вчера вот как раз радовался, что яйцо крупное, хорошее стало. Вот, ну и думаю, что придется мне заложить. Техасцев-то моих поубавилось немного. Смотрю, в общем. Наверное, сегодня опять заложу от них яйцо. Друзья, ну и кто после этого скажет, что мысли нематериальны? Я несколько раз говорил, что я этих малышей, если они будут показывать плохую динамику в росте, уберу там через недельку, через другую. Ну и вот, видите, каков результат. Ну, как говорится, нет худа без добра. Я сейчас заложу яйцо от моих техасиков. Тем более, что показывает яйца очень хороший результат. Вот. Ну, и я надеюсь, что техасцы меня порадуют. Вообще, хотел закладывать яйцо от пушкинцев, от своих. Ну, вот сделаю такую совместную закладочку. Заложу сейчас техасиков, а потом дня через 4 добавлю еще яйцо от пушкинцев своих, и не только своих, а их.